Пример клематисы. Клематисы сорт президент. Вот так он выглядит. Высота стебля, ну, где-то там от 10 до 20 сантиметров. Вот здесь у нас сорт Тюдор. У него уже есть бутоны. Он где-то на протяжении там 2 недель зацветет. Но мы не рекомендуем давать, ну, долго ним любоваться. Цветы в первый год нужно сразу срезать. Все это делается для того, чтобы укрепить корневую систему такого молодого растения. Значит, все другие сорта клематисов выглядят приблизительно так же. То есть там большой разницы нет. Вот. Это очень хороший пример, как будет выглядеть клематис тот, что вы получите после покупки в нашем интернет-магазине. Идут они в горшках 9, 10, 11, как какой сорт. В двух словах расскажу о преимуществах покупки растений, уже готовых, пророщенных в горшках. Во-первых, вы точно знаете, что растение живое, оно уже идет с зеленой массой, оно полностью укоренилось. И уже, в принципе, дальше на ваше усмотрение вы можете продолжить процесс выращивания. Либо вы оставляете их в горшках на какой период, там, например, месяц, два, три или даже к осени, потом вы высаживаете в открытый грунт. Либо вы можете сделать это сразу при получении растения на почте. Значит, например, вы получаете растение на почте, упакованные они будут так, как на видео. Вы получаете, снимаете эту, как бы сказать, картонную кожуру, и потом вынимаете растение уже с комом земли и пересаживаете себе в лунку, в то место, где они будут расти. Также хочу сказать, что все растения очень внимательно и аккуратно упаковываются, причем упаковка очень надежная. Ссылка о том, как растение упаковывается перед отправкой, будет в описании к этому видео. Там вы можете увидеть, как мы упаковываем калу, лилию в горшках. Ну, в принципе, тем же самым способом упаковываются также и астиль, бахоста, пионы и все другие цветы. Все, что мы продаем в горшках, упаковывается таким. Все растения в горшках вы можете купить у нас в магазине в соответствующем разделе.